добрый день. Специально для программы «Я и моя машина». Моя машина и Катя Каренина. Ну, это легендарный автомобиль NASCAR, который действительно участвовал в американских гонках. Мы привезли его специально под кино. 2 года его не показывали. Он снимался в кинокартине «Мантикора», которая выходит в кинотеатрах этой зимой. И у меня их, открою вам секрет, у меня их два. Второй стоит в гараже. А он был его дублером на всякий случай, вдруг, если с этим что-то случится. Ну и после кино я его, соответственно, забрала. И, в принципе, мой автомобиль для рекламы школы, для рекламы академии. Я на нем выезжаю. Хотим катать народ на нем. Сейчас поставим второе сиденье. Мы его хотим переделать под дрифт, потому что, к сожалению, гонки NASCAR в России нет. Поэтому хотим из него сделать дрифт-кар. В принципе, сейчас вот я на нем каталась. Он первые 2-3 круга в заносе ездит, а потом начинается, слики нагреваются, и он уже едет по прямой. Машина очень интересная, я вчера на ней ездила, причем на открытии мы здесь как раз дрифтовали на нем. Ну, машина неубиваемая, здесь стоит каркас, причем сверху кузов, то есть каркас отдельно сделанный, не вваренный в кузов, а именно отдельно. Здесь 8-литровый мотор, 800 сил, механическая коробка. То есть реально настоящий боевой NASCAR, который ездил в Америке, и вот они, в принципе, машины каждый год меняют. И вот после гонок мы его забрали. Машина принимала участие в кинокартине «Мантикора», ездила парой с Dodge Viper, Хеннесси Вином, который тоже был привезен из Америки. Они парой катались по ночной Москве. Причем, обратите внимание, мы специально ставили на него фары, потому что в настоящем NASCAR фар нет, а нам пришлось вырезать фары для того, чтобы ночью он у нас просто по свету проваливался. Так, вот он, 8-литровый мотор, 800 сил, причем здесь стоят слики специальные как раз для гонок NASCAR, мы их еще не меняли. Немножко поменяли рулевую, чтобы колесо поворачивало на больший угол, потому что, в принципе, он очень мало поворачивает. Сейчас хотим поставить гидроусилитель, чтобы мне легче было его ловить в заносах. Ну, из доработок хотим сейчас вырезать вот эти трубы, причем они вваривались как раз уже здесь для камеры специально, поставить туда второе сиденье, чтобы можно было катать народ. Еще мы перенесли аккумулятор, в настоящем NASCAR'е аккумулятор стоит за задним колесом, но это жутко неудобно, причем если тем более заводить его и ездить, мы перенесли аккумулятор в салон. Диск 10,5 дюймов и ширина резины огромная, найти такие колеса в Москве просто нереально. Но у нас есть еще запасной комплект, поэтому, я думаю, в принципе, нам на сезон хватит. Задних фонарей вообще не предусмотрено, мы делали только стопы для того, чтобы человек, который едет с NASCAR'ом вместе в паре, он понимал, когда NASCAR останавливается. Здесь были просто наклейки бумажные, как и спереди, на обычных NASCAR'ах. Они не используют фары и не используют стопы, а клеят просто наклейки. Бензин, ну что могу сказать, бензин 95-й, можно 98-й, можно 102-й, какой хотите, быстрее поедет. Обратите внимание, дверей тоже нет. Гонщик залезает через окно, причем руль снимается, очень удобно, потому что крупному человеку залезть в этот автомобиль нереально, но все-таки гонщик должен быть, наверное, среднего телосложения. Вот и все, с вами была Катя Каренина, увидимся!